Трагедия в Новочебоксарске. В выходные в бассейне спортивной школы номер 2 утонул ребенок. Обстоятельства сейчас выясняют следователи. Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Следствием установлено, что утром 17 ноября мальчик пришел в бассейн с отцом, последний остался ожидать его в холле. Около 10 часов 30 минут ребенок, находясь в бассейне, ушел под воду. Это заметили другие посетители и вытащили его из воды. Несмотря на все попытки оказать первую помощь, мальчик скончался. Ход следствия находится на контроле у руководителя следственного управления.